Добро пожаловать на вебинар, который проводит РЭНС, амбассадор компании CrowdOne, амбассадор «Одна звезда», один из трех. Проверяем звук. Спасибо, у нас сегодня очень много новостей. У нас частично будет тренинг. Частично будут свидетельства наших партнеров. Мы в прямом эфире YouTube. Нам очень приятно, что вы здесь все собрались сегодня. Эдди, ты здесь? Да, я здесь. Эдди пришел. Добро пожаловать, Эдди. Очень приятно наконец-то быть онлайн. Анджело. Мистер Анджело у нас здесь? Да, я здесь. Спасибо. Мистер Смайл, ты здесь? Я вместо мистера Смайла. Он скоро подъедет, он в дороге сейчас. У нас мини-мистер Смайл, да? Да, мистер Смайл Джуниор. Добро пожаловать, мистер Лиседи из Йоханнесбурга. Спасибо еще раз. И также мистер Анджело и Эдди. Спасибо, что вы делаете вебинары. Я путешествую. На следующей неделе у меня будет встреча с топ-лидерами в Германии. У нас замечательный лидер в Германии. Скажите, откуда вы, ребята? Либерия, Австралия, Гана, Австрия. Здорово. Эфиопия, Германия. Удивительно. У нас Zoom заполненный. Полностью на 1000 мест. Спасибо, что вы здесь. Сегодня мы много чего обсудим. Мы в YouTube на прямом эфире. Те, кто не смогли зайти в Zoom, пожалуйста, заходите на YouTube. Так, давайте начинать. Так, я сейчас включу свой PowerPoint. Первый спикер у нас сегодня это мистер Джордж. Добро пожаловать те, кто не знает меня. Меня зовут Рэмс. Рэмс из Амстердама. Мы стоим всеми своими возможностями за этой компанией. Мы ее развиваем всеми силами. И у нас миллионы и миллионы людей в нашей компании. Мы работаем круглосуточно, можно сказать. Некоторые люди, некоторые сайты нервничают из-за того, что мы развиваемся со скоростью света. Спасибо, что вы здесь. Спасибо за вашу дружбу. И мы вам дадим нашу волшебную формулу. Так, проверю свой YouTube прямой эфир. Так, я сейчас зайду на свой канал. Да, все идет. Поделитесь ссылочкой всем, кто хочет с нами побыть здесь. А,
Мистер Смайл уже подошел. Первый, кто к нам присоединился, это мистер Джордж. Это человек, который меня пригласил в Crowd One. Мы 100% прозрачны насчет всего, что мы делаем в Crowd One. Мы все на виду, что менеджмент, что топ-лидеры. Джордж вот здесь у нас пришел, тоже амбассадор «Одна звезда». Очень приятно вас всех видеть, мистер Смайл, Эдди и Рэнс. Вот мистер Джордж на мероприятии, да? Три мушкетера. У нас здесь только мистера Смайла не хватает, потому что он заслуживает тоже быть здесь вместе с нами. Это было здесь, в Стокгольме. Было удивительное мероприятие. И мы увидели, как работает наша компания. Но это все было маленькая часть, потому что они нам на этом мероприятии показали маленький кусочек айсберга от того мероприятия, которое будет 4 июля. Оно будет громадное мероприятие. А это было лишь признание лидеров. А 4 июля – это День независимости США, а мы назвали это День финансовой независимости мира, потому что это праздник Crowd One по всему миру. И наша компания радикально отличается от всех других компаний. Есть много компаний, которые притворяются делая то же самое, что мы, подражают нам, но у них так не получается развиваться, как у нас. Это наша компания, она живет в будущем. И у нас действительно будущее светлое. Мы разговаривали с мистером Фредериком, братом Йохана Стайл фон Холстайна. И обсуждали удивительные продукты, которые к нам приходят. Это будет удивительное будущее. Конечно, продукты немножко задерживаются, но нам всего лишь один год, поэтому мы уверены, что все еще впереди. У нас нас ожидают отличные продукты. Немножечко, если и задерживается, то мы готовы подождать, потому что мы уверены, что наши продукты будут удивительные. Это Йонас, Питер Якобсон, наш ментор. Это было на крыше нашего офиса, мероприятие для лидеров. И вы знаете, я всегда изучаю язык тела. И я смотрел на всех наших лидеров, и когда они в расслабленной обстановке, когда они неофициальные, и когда они разговаривали о компании, о будущем, когда я смотрел на Йонаса, на Йохана, какой у них язык тела. Для меня это было важно наблюдать, как они себя ведут. И я видел их братство, уверенность, они сосредоточены на своих целях, они знают, где они находятся сейчас и куда они идут. Они уверены в себе, у них просто расслабленная, спокойная улыбка, они знают, куда они нас ведут. И пообщавшись с ними лично, я прям у меня уверенность возросла в десятикратно. У нас была великолепная энергия, великолепная связь между всеми лидерами. Это действительно великолепная команда профессионалов,
Они знают, куда они ведут эту компанию. Мы понимаем, что бывают какие-то там задержки, но мы понимаем, что из-за коронавируса весь мир был задерживался, да, не работал. И мы знаем, что мы добьемся того, к чему идем. У нас уже на сегодня есть вот эти продукты на сайте. У нас есть журнал Crowd. Вот мистеру Смайлу я собираюсь отправить коробку этих журналов в Южноафриканскую республику. И этот журнал – это наш продукт нашей компании. Очень красивый журнал с замечательной информацией внутри. Зайдите в ваш бэк-офис и используйте его. Используйте его как инструмент. Покажите, что мы, кто мы. Это прозрачность. В какой еще компании вы видите журнал, о котором рассказывается все о этих людях, которые стоят за компанией? Там, где они родились, все об их семье. Абсолютно все. Можно сказать, что они раздетые там перед всеми предстают в этом журнале. Используйте эти журналы, чтобы рассказать вашим кандидатам о том, что такое Crowd One. Это не просто компания, это целая обстановка, да, целое сообщество со своими чувствами, со своей энергией. И быть частью этой компании – особое ощущение. И вот наши продукты, да, информационные, образовательные продукты. Если у вас есть возможность присоединиться только на белый пакет, вы не переживаете, что там не чувствуете комплекса какого-то, потому что вы можете дальше от заработанных денег вы можете продвинуться на более высокий пакет. Это не просто образовательные пакеты, но здесь и вы становитесь приобретая этот образовательный пакет, вы становитесь частью компании, частью этого движения. Вы знаете, Джордж, это был тот человек, который мне позвонил, чтобы пригласить меня. А я в это время был в Японии на горе Фуджи. Я там ходил, пешком прогуливался. И у меня был плохой очень интернет. Но Джордж, я посмотрел на свой телефон, когда увидел, что там 5 пропущенных вызовов. Перезвонил я Джорджу и спросил, что случилось. Да, и это был для меня также урок. Потому что меня пригласил мистер Бьорн. И я что-то в его голосе особенное услышал об этой компании. И мистер Бьорн, он скандинавец. Он вообще мало эмоций показывает. Но здесь он мне позвонил и с такими эмоциями все рассказывал об этой компании. И когда мы присоединились к этой компании, что это было? Это было просто видение. Еще ничего не было в компании на самом деле. Но мы поняли, что мы можем изменить мир, мы можем изменить экономическое положение миллионов людей. И когда я присоединился в компанию, я стал звонить Рензу, и он не отвечал мне. И когда я пятый раз позвонил, я решил, что больше не буду звонить. Но потом мне Рэнс перезвонил. Ну,
И я подумал, что это хороший урок, что не надо сдаваться. Если человек не берет трубку, надо опять перезванивать, потому что, может быть, вы дадите информацию, которую ждет этот человек. И еще важно, что не судить за человека, что не говорить, что «Ой, он не захочет, он не сможет». Поделитесь этой информацией со всеми, поделитесь этой возможностью со всеми, даже с вашими врагами. Вот, например, вдруг, если этому человеку понравится, он станет зарабатывать, он станет из вашего врага превратиться в вашего друга. А почему бы нет? И когда я объяснял о компании Рензу, он так молчал и сказал: «Хорошо, сейчас подожди, дай мне пару часов». Он ничего не сказал: «Я не присоединяюсь, я не присоединяюсь». И через 2 часа мне позвонил. У нас была встреча Zoom и 20 гостей, и все присоединились. Даже вот до сих пор у меня мурашки по коже от вот этого момента. И с того времени мы приняли решение. И решили работать 24 часа в день. И мы даже теперь не относимся к этому как к работе. Это наш стиль жизни. У нас даже сердце бьется. Крауд-1. Каждый день мы работаем, каждый день мы общаемся. И мы хотим вот эту же болезнь Крауд-1 передать и вам, чтобы вы заразились. Почему? Потому что я уверен, что человек, который заработает самое большое количество денег, он не обязательно присоединился тогда, когда мы. Он может присоединиться сегодня, завтра. Потому что здесь все зависит от человека. У всех есть одинаковая возможность, одинаковый шанс. Извините, я слишком много разговариваю. А Рэнс говорит: «Да, я бы сегодня еще раз подписался в компанию, послушав вашу речь». Джордж – это моя поддержка, он мой спонсор, и мы с ним вместе работаем в паре. И мы были в Стокгольме, посетили студию, из которой снимаются фильмы. Это удивительно. И мы сегодня вам не можем всю информацию дать, которую мы знаем, но мы можем вам дать кое-какие намеки о наших новостях. Спасибо вам, Джордж, за вашу часть. У нас вот это здесь есть не просто так. Запишите. Никто не получает деньги, никто не зарабатывает за то, что приглашает людей. У нас люди присоединяются бесплатно, но покупают образовательный пакет. 25 лет я общаюсь с людьми из Европы и США, и они платят бешеные деньги Лес Брауну, Энтони Робинсу, различным спикерам мотивационным. И у Тони Робинса есть партнеры в разных частях мира. И вот этот офис получает 20% от прибыли. У него нету партнеров как сеть, у него есть просто представители. И чтобы поучаствовать в семинаре Тони Робинса, вам нужно заплатить 3-6 тысяч евро. Тони Робинс считается очень высокопризнанным публичным спикером, и его продавцы получают 20% от его выступлений. Но у нас люди, в Крауд-1 люди присоединяются бесплатно и покупают образовательный пакет. Как видите здесь, чем больше у вас образовательный пакет, тем больше вы получаете образование, тем более обучение вы получаете.
Нам не платят за рекрутинг, нам платят за то, что кто-то покупает образовательный пакет. И чем больше образовательный пакет, тем больше образования, обучения там есть. И на 4 июля у нас будут еще обновления и по образовательным пакетам. Люди бесплатно присоединяются, они покупают образовательный пакет. И мы знаем несколько таких примеров, когда люди покупали образовательный пакет и открывали бизнесы благодаря тому, что они изучали в этих образовательных видео. И они обучают, как справляться с деньгами, как их правильно тратить, как планировать. Также здесь у нас есть брендирование, да, брендирование себя в социальных медиа. Работайте с продуктами, ребята. Каждый журнал, который продается онлайн или офлайн, тоже прибыль с каждого журнала идет тоже в резидуальный доход. Это реальный второй продукт нашей компании, кроме образовательных пакетов. Если у вас стоит вопрос между тем, как сравнить желание стать партнерским маркетологом, работать по партнерским программам, вы получаете от 3 до 20% комиссии в среднем. Здесь же, продавая образовательный пакет в CrowdOne, вы получаете 80% комиссии в среднем. Эти деньги не идут в силиконовую, в Кремниевую долину. Они идут на выплаты партнерам, и вы должны понимать ценность компании правильно. И если бы, допустим, мы не продавали образовательные пакеты, то никто бы не зарабатывал деньги. По резидуальному доходу наверняка у вас есть вопросы, я вернусь к этому, но сначала я хочу, чтобы мистер Смайл пригласил своих 5 человек, которые будут рассказывать о своем опыте в компании, чтобы мы увидели результат работы, к чему приводит сотрудничество с CrowdOne. Мистер Смайл живет в Южной. Спасибо, так приятно это слышать. Вот у меня такое ощущение, что у нас тут все кипит, как в кастрюле. О себе могу сказать, что когда я был в Америке, я был в Лас-Вегасе, и мне позвонил мой друг О'Нил, и он сказал, что тебе нужно поговорить с моими друзьями. Он сказал, ну я сейчас здесь развлекаюсь в США, мне неохота ни о чем разговаривать. И, ну, я все равно вышел в Zoom, и мы разговаривали с Джорджем и Рензом. И там у нас был один парень, который живет... Как его зовут? Мистер Фред. Мистер Фред – замечательный человек. Ему нужно дать корону CrowdOne, потому что в его возрасте у него такая мудрость, он наш ментор. И я его узнал, познакомился с ним, и с Бьорном, с Эдди, с Рензом. И вот, например, Эдди, когда мы разговариваем, он говорит, что CrowdOne – это Бог придумал, чтобы… Он все время говорит о Боге, о том, что это благословение от Бога, которое он дает людям, чтобы
люди могли изменить свою жизнь. И мы получаем то, что мы хотим. Мы любим людей. И мы получаем за это вознаграждение. Поэтому, видите, я ношу очки, потому что будущее такое яркое, что аж ослепляет. Будущее действительно светлое, потому что наш генеральный директор это сказал. Он сказал, будущее яркое. У нас осталось 2 дня, прежде чем мы получим Crowd One Rewards. И мы все видели Йохарана Вестердайла, что он рассказывал нам. У нас будет через 2 дня великолепный день, выплата по резидуальному доходу. И я покажу людям доказательства того, что это работает компания. У нас здесь есть люди из Нигерии. Я хотел бы одного человека послушать. Пока мы ждем, я скажу, как мы в Южноафриканской Республике проводили с Эдди, Рензом, Джорджем. И мы пошли в Сан-Сити, и мы пошли в дом Нельсона Манделы. И, ну, разные достопримечательности посещали. И мы стали друзьями там. И мы познакомились уже год назад. Это реальные все люди. Мы здесь все здесь зарабатываем, и у нас у всех есть взаимоотношения. У нас нормальная прозрачная компания. У нас взаимоотношения с настоящими людьми. Все люди здесь видны, на виду, что менеджмент, что топ-лидеры. Мы у всех на виду. И если вы зарабатываете деньги, то вы еще не знаете, какие деньги вас ждут впереди, потому что компания еще только на предварительном старте. Представьте, что будет через 3-4 года. Что-то мистера Аттера не могут найти. Следующего человека тогда давайте спросим. Этот человек начал эту кампанию в Нигерии. Да, возможно, у нас была просто переполнена конференция, когда они зашли. Эти ребята даже могут быть сейчас в вебинаре, потому что они работают круглые сутки. Когда мы начинали эту компанию, мы только видели это. У нас только была надежда и видение, и все. И мы прогнозируем, что к концу года у нас будет 20 миллионов людей. Представляете, к Рождеству у вас какой будет доход, если вы будете строить команды свои. Все возможно в Crowd One. И если вы хотите поймать 2 зайца одновременно, то здесь это возможно в Crowd One. И знаете, мистер Джордж, который присоединился год назад, сейчас под ним 5 миллионов партнеров, представляете? У нас здесь 3 человека, которые амбассадоры, представляете, здесь присутствуют.
Если вы строите команду, если вы строите команду в Голландии, то у вас там Эдди есть. Если вы строите команду в Испании, Голландии, Германии, Рент тоже здесь. Если вы хотите понимать, как работает CrowdOne, посещайте наши вебинары. Мы каждый день что-то выпускаем. Это самое лучшее место, куда вы можете пригласить людей. Вы видите наши людей. Мы настоящие люди, которые делимся своими впечатлениями с миром. И вот у нас скоро выплачиваются CrowdOne Rewards. И это будет как работа. Ой, как заработок с работы. Ежемесячные выплаты резидуального дохода и CrowdOne Rewards – это все полный пассив, который будут нам выплачивать. Это единственная компания в мире такая. Больше подобной этой компании нет в мире. Меня зовут Азос Сильванос. Где ты в Нигерии? Я живу в Лагосе. Скажи о своей команде. Я помню первый день, когда ты мне позвонил поздней ночью через конференц-звонок. Я помню этот звонок, потому что этот звонок изменил мою жизнь. Я не думал два раза, я сразу же принял решение и изменил свою жизнь. И я стал строить команду, и моя команда верит в меня. И мои лидеры поверили в мою энергию, в мои эмоции. И когда мы получили CrowdOne Rewards вместо Owner Rights, люди стали больше верить в компанию. И вы знаете, я никогда не использовал Zoom до CrowdOne, но потом я стал каждый день заходить на конференции Ренза и постоянно узнавал что-то новое о компании, чтобы рассказывать своей команде. Ирен, спасибо вам, вы нам как брат. Нам нравится ваша энергия и то, что вы рассказываете о CrowdOne. Я стараюсь подражать вам. Люди верят мне. Моя команда растет очень быстро. Рен здесь, ты можешь ему сказать то, что ты хотел. Спасибо, Рен, за то, что вы появились в моей жизни. Вы всегда нас мотивируете, и вы говорите, если вы будете работать усердно, вам некогда будет отдыхать. Если вы отдыхаете, то вам некогда работать. И я вот так вот всегда работаю очень усердно. И ваши зумы – это как тренинги, за которые люди платят деньги, вы нам это все бесплатно даете. Спасибо. Пусть Бог вас благословит. Спасибо. Так, а теперь мы поговорим с Эдди Кнопом. Произнеси свое имя, как ты говоришь. K-N-O-O-P. Позвольте мне вам объяснить. Видите вот эту маленькую кнопочку? Кноп. Кноп – это кнопка. Так что я везде, ребята. Как видите кнопку, вспоминайте про меня.
Он построил большие команды в Нигерии, в Соломонских островах, во Вьетнаме. И если у вас есть люди в этих странах, вы можете направить их к Эдди Кнопу. Он очень энергичный, активный человек. И его пасынок, они вместе строят очень большие команды. Так, а вот здесь еще одно мое свидетельство, это Анджела Блэк. Этого друга я с ним познакомился в Йоханнесбурге. Это вот этот человек, он может вас научить, как действительно работать очень активно. Спасибо, Сервана, с днем рождения тебя. Всем привет, Эдди, Рензу, Джорджу. Крауд One взрывается. Это просто взрывное время для Крауд One. Мистер Смайл говорит, здесь самое главное, это не мы, а наши команды. И когда Рэнс меня спросил, вы можете пригласить людей для того, чтобы они дали свои свидетельства? И я, да, подумала вот о нескольких людях. Сейчас я хочу пригласить одного человека. Одну минуту. Скажите о том, как Крауд One изменил вашу жизнь. Привет всем. Можете меня слышать? Да, слышим. Привет, меня Ивет Гоуд. Я живу в Южноафриканской Республике. Я нахожу эти ваши зумы очень вдохновляющими. Рэнс, Джордж, Смайл. Я когда слушала вас, я вдохновлялась. И я домохозяйка, у меня трое детей. Я также публикующийся автор, я пишу книги и бухгалтер, ну как part-time, частичной занятости бухгалтер. Я в сетевом бизнесе я около 5 лет, не так долго, как у вас. И в Крауд One, а Крауд One я узнала от своей мамы. И я сначала решила узнать все о компании. Хотела узнать, легальная ли это компания, не скам ли это. И я зашла в интернет и когда я изучила более подробную информацию о Крауд One, я поняла, что эта компания... Это прям чудо, которое мне в руки попало прямо перед карантином, потому что я убедилась в том, что эта компания легальная. Я построила небольшую команду, но она замечательная. Так же, как Рэнс и мистер Смайл говорят, они все в моей команде это лидеры. Но мне что в Крауд One нравится, что вы помогаете людям стать финансово независимыми. И мои лидеры тоже начинают зарабатывать, обретают финансовую независимость, так же, как и я. И спасибо вам за ваше вдохновение. Невозможно это возможно, только будьте мотивированы, имейте амбиции, и у вас все получится. Спасибо. А теперь у меня есть Гэри. Привет. Да, мы тебя слышим. Меня зовут Гэри. Я присоединился в Крауд One в феврале. Немножечко о себе расскажу, чтобы объяснить,
кем я был. Я женатый, у меня сын двухлетний. И у меня не очень удобная ситуация, потому что мне пришлось покинуть свою работу. И мы живем с моими родителями, и у моей бабушки деменция, и у моего дедушки Альцгеймер. Ну, он забывает даже, зачем там выходит из комнаты. У моей мамы тоже есть проблема со здоровьем. И моя мама тоже помогает следить за моими бабушкой и дедушкой. И, ну, в общем, вот так вот у нас дом полный людей. И я в это время искала работу, которую я бы мог делать из дома. И прежде чем я когда услышала Crowd One от моего двоюродного брата, я решил все тщательно изучить. И я сказал, мне надо подумать об этом. И когда я стал изучать Crowd One, я не мог спать. И на следующее утро я решил одолжить деньги, потому что мне нужно было... Я подумал, что мне нужно вступить в эту компанию. И я очень боялся разочароваться, очень боялся ошибиться, потому что у меня в жизни было много случаев, из-за которых я даже антидепрессанты пил. И мне на самом деле сложно было. И я сам для себя решил, что я так больше не хочу жить. И после того, как я вступил в Crowd One, я еще 2 месяца изучал все, боялся ошибиться. Но потом я сам себе сказал, что так не пойдет, надо работать, надо действовать. И я решил, что буду делать все, что возможно, чтобы заработать деньги. И я тим-лидер 3 звезды получил 30 мая. И через несколько дней я уже был координатор 2 звезд. И теперь я не остановлюсь. И я вам обещаю, если вы готовы обучаться, готовы изменяться, готовы работать, то у вас обязательно будет успех в этой компании. Потому что в этой компании действительно невозможное возможно. Анджело, спасибо тебе, потому что ты мне всегда давал такое вдохновение. И у меня сейчас есть 2 человека международных из Новой Зеландии и Дубая. И я планирую, что я буду путешествовать по миру и всех вас навещу. Спасибо вам. Спасибо. И мистер Баффет говорит, что если вы не делаете деньги во время сна, то вы будете работать всю жизнь, пока не умрете. Поэтому нужно научиться зарабатывать деньги во время вашего сна. Так, у меня еще есть 2 человека. Лестера нету, видимо. У меня очень понравилась история Гэри. Спасибо, Анджело. Анджело, спасибо. Ты действительно очень хорошо мотивируешь людей. И я когда видел глаза Гэри, я сам вдохновился еще больше.
И вот, как ты сказал, мы обязательно будем путешествовать и встретимся все друг с другом, и с Джорджем, и с Рензом. Спасибо. А у нас еще есть один человек из Индии, кстати. Тану. Тану из Индии. Tanu, let's hear if you're there. I will get him. I think he's unmuted. All right, Tanu, can you hear us? I think he's unmuted. Mr. Tanu in India, you can speak. Yeah. Right, we want to see your face. Can we see your face? Вот этот мистер Тану из Индии. All right, there is Tanu, guys. This man, if you... Если у вас есть люди в Индии, с которыми поговорить, вот вы можете с этим Тану его связать. У него уже больше 1000 партнеров в Индии и в короткое время. Скажи, что ты нам хочешь сказать о Crowd One? Я очень счастлив, что я пришел в Crowd One. Я работаю, стараюсь работать постоянно, вообще не останавливаясь, потому что моя команда растет, и я вижу уже результаты. И мне моя вышестоящие мои партнеры меня поддерживают. Спасибо и Рензу, и мистеру Смайлу, это мой ментор, спонсор. Мои вышестоящие лидеры. Это действительно хорошая поддержка. И они мне подсказывают, как строить команду мою через онлайн. И вот я работаю, вот прямо сейчас я работаю. У меня вот все распечатаны, вся моя программа, вся система. И вот я работаю с человеком. Он подписывается сегодня. А вот когда я Тану приглашал, мистер Джордж с нами был, и вот я хотел бы сейчас, чтобы мистер Джордж присоединился, чтобы они друг другу привет передали. Что происходит в Индии? У нас большой рост, и мы сами хотим открыть офис, не корпоративный офис, а мы сами. Джордж, Рэнс, я, мы открываем офис в Индии для того, чтобы людям было удобнее работать. Вот, Джордж. Это вот твой друг Тану. Передавай ему привет. Как у вас там дела? Спасибо, у нас все хорошо. Спасибо вам за вашу поддержку. И за онлайн-мероприятие. Спасибо за поддержку нашей команды. Да, мы скоро приедем в Индию с мистером Смайлом. И вот это у нас один из первых запланированных наших офисов. Всем привет от меня. И мы все увидимся лично скоро там. Спасибо, Тану. Спасибо, мы ценим твою работу, как ты растешь в Индии. Индия и Азия – это половина населения Земли. Давайте будем работать в Индии, в Азии. Через несколько недель у нас уже будет 10 миллионов.
Еще у нас есть в Эфиопии, кстати, команда хорошо растет. Это мой брат из Южноафриканской Республики, но он строит команду в Эфиопии. Муса, может быть, здесь? MUSA, введите, найдите, пожалуйста, Ренс, Муса. Муса из Эфиопии. Но что-то я не вижу его здесь. Ну, ладно. Но мы сейчас растем, у нас цифры растут каждый день. Проверяйте свой бэк-офис. Обязательно каждый день заходите туда, это основа вашего бизнеса. И здесь происходят такие вещи, которых никогда не было в сетевом бизнесе. Сложные времена не задерживаются надолго, но сильные люди, они выживают все, переживают все сложности и идут дальше. И я бы хотел, чтобы мы вообще не спали, только работали, но все время, пока мы не спим, мы всегда работаем. У нас были даже такие люди, которые 500 человек подписали в один день, в одну неделю, представляете? Это возможность вашей жизни. Потому что каждый человек на планете Земля, половина как минимум людей будут участвовать в краудфандинге. Эту кампанию уже невозможно остановить. Так что, когда вы звоните людям, вы не удивляйтесь, они уже могут оказаться в Краудван. Так что давайте быстрее торопитесь, пока их другие люди не рекрутировали. А, да, сейчас еще мы послушаем свидетельство, но сейчас у меня есть еще серьезная информация. В понедельник у нас важный день. В понедельник мы получаем выплаты по Crowd One Rewards. Это будут выплаты в деньгах. Если вы берете зарплату вот со своей обычной работы с наемной, то вы берете взятку для того, чтобы продать свою мечту, предать свою мечту. Если вы берете зарплату, вы продаете себя для того, чтобы исполнять чьи-то мечты. Вы продаете свою мечту и исполняете мечты других. Так что мы здесь, мы хотим преследовать свои мечты, а не чьи-то. Итак, вот 15 июня в понедельник у нас будет выплата по Crowdman Rewards. И вторая выплата по резидуальному доходу. В один день у нас будет двойной день выплат. Вы знали, что в 11 утра, обычно в понедельник в 11 утра происходит самое большое количество инфарктов, потому что люди не хотят идти на работу к тем боссам, которых они ненавидят, на ненавистную работу. И поэтому вот в это время зафиксировано, что в понедельник утром самое большое количество сердечных приступов. А у нас будет самый замечательный день, потому что мы получаем двойную выплату и резидуального дохода, и Crowd One Rewards. И это будет прибыль от продажи продуктов наших, образовательных пакетов, журналов и других продуктов. И как сказал мистер Смайл, мы здесь пришли надолго, для того, чтобы зарабатывать десятилетиями.
И наш резидуальный доход и доход по Crowdfund Rewards будет расти каждый от месяца к месяцу. Да, вот еще я хотел сказать, что все глаза на Йохане Вестердале. И я думаю, что книга рекордов Гиннесса запишет Йохана Стайл фон Хольстена и Йохана Вестердайла к себе как самых умных людей, которые самые умные бизнесмены. Они меняют наши жизни настолько, что мы удивляемся постоянно и радуемся этому. Он много лет отдал другим компаниям. Но он пришел в CrowdOne, и это очень-очень умный человек. Он построил он привел миллиарды в другие компании известные. И вот в Африке, например, такое бывает, что вы можете выйти из университета и несколько лет не найти работу. И я думаю, что это во всем мире происходит, потому что во всем мире происходит и инфляция, и безработица возрастает. И мистер Йохан Вестердайл, он пришел к нам, и он изменил Owner Rights, он перевел на CrowdOne Rewards. И сейчас у нас вообще такая возможность люксовая стать пионерами, стать первыми, первопроходцами в этой компании. И Йохан Вестердайл, он делает так, что каждый в CrowdOne может зарабатывать какой-то процент от прибыли. Это удивительно просто, что не прибыль идет не в одни руки, а распределяется по всем людям в компании. У нас началось, все выплаты у нас начались с резидуального дохода, теперь у нас CrowdOne Rewards, следующий шаг. И я, например, у меня уже очень много CrowdOne Rewards, но я их не собираюсь продавать, даже когда появится возможность, я их оставлю у себя, потому что я буду зарабатывать на них. И когда наша компания выйдет на IPO, мы будем зарабатывать вообще бешеные деньги на этот CrowdOne Rewards. Я уверен в этом. Да, как сказал Смайл, Йохан Вестердайл, он очень умный человек. И мы так рады, что он у нас в менеджменте. И в понедельник мы увидим все, что мы получим выплаты по CrowdOne Rewards. Вот, ребят, представьте, вот эта модель уникальная, 20-40-40. В CrowdOne сейчас самое золотое время, чтобы заходить сюда. И знаете, многие компании, другие MLM-компании, они работают как будто бы сейчас еще 80-е, 90-е годы. Но CrowdOne Rewards, она перевернула вообще индустрию, она работает совсем по-другому. И у нас есть не только резидуальный доход, но и CrowdOne Rewards. И, конечно, мы должны быть реалистами, мы должны понимать, что вот в этой первой выплате это будет за 3 месяца, прибыль за 3 месяца, и мы должны понимать, что там не будет миллиардов долларов, конечно, выплат на эти CrowdOne Rewards, но мы должны понимать, что это показывает прозрачность компании и ее намерение на то, что так и дальше будут выплачивать деньги. Дальше будет просто расти прибыль. Я к CrowdOne Rewards отношусь как к программе сбережений, как вот к пенсионной программе. Сейчас я вот откладываю что-то для того, чтобы оно в будущем мне выплачивало выплаты. Вот мы начинали вот здесь, в 2019 году.
И мы вот начинали как независимые партнеры. У нас было только первый выпуск образовательных пакетов. И вот к сегодняшнему дню мы доросли до 6 миллионов человек. И несмотря на COVID, это произошло, несмотря на коронавирус. У нас не было второго продукта, не было журнала. А теперь, вот следующие 2-3 месяца, у нас будет продукт за продуктом за продуктом. И мы теперь растем с такой скоростью, что 30-40 партнеров присоединяются в день. Ни одна компания не может этого понять и повторить. Даже в Фейсбуке не было такого роста. И мы оцениваем, что к следующему году, к Рождеству, у нас будет 150 миллионов партнеров. Но, как сказал Джордж и Бьорн на наших вот встречах в Стокгольме, нам показали, нам сказали, что микстер уже идет, и они нам показали несколько продуктов. Ну, мы их назовем продукты X, Y, XYZ. Нам запрещается говорить об этом, потому что мы подписали особые соглашения. Но вот назовем их продукты XYZ. Это будут три разные индустрии. И каждый из этих продуктов будет находиться в индустрии в более чем миллиард долларов. Более чем триллион долларов. И все прибыли от этих компаний будут идти на Crowd One Rewards и резидуальный доход. Продукт за продуктом они будут увеличивать ваш доход. Но вначале компании надо было набрать критическую массу. Потому что эта критическая масса, она нужна для чего? Для того, чтобы привлекать новые продукты. Видите, когда было мало людей, компании не были так заинтересованы. А теперь уже же на 6 миллионов, и компании очень-очень заинтересованы и ждут своей очереди для того, чтобы их продукты тоже поставить на платформу в Crowd One. И компания убыстряется, темпы развития ускоряются с каждым днем. И у нас вот мантра есть «невозможное возможно». И мы уверены, что наши резидуальные чеки будут все рекорды бить. Мы в этом году думаем, что у нас будет 30-40 миллионов партнеров. Платных партнеров. И очень важно также знать, что один человек может иметь только одну регистрацию. Это противозаконно 2-3 иметь кабинета. Один человек может иметь только один аккаунт. И это важно. Так что если у нас здесь цифра 6 миллионов человек, это значит действительно 6 миллионов человек. Не 6 миллионов позиций, а 6 миллионов живых людей. И вот эти продукты, они будут продаваться вот этим 6 миллионам, и дальше это количество будет расти и расти. Что партнеров, что продукты. Продукты будут увеличиваться в зависимости от того, чем больше у нас партнеров. И к 4 июля вы узнаете, что это за продукты XYZ 4 июля. И вы узнаете очень многое 4 июля и поймете, что мы работаем так сильно. Вот мы лично уже многого добились, многое заработали. 6 миллионов звучит очень много, но наша амбиция, наше намерение – это сотни миллионов партнеров и миллиарды клиентов, которые будут использовать наши продукты и сервисы, и особенно в Юго-Восточной Азии.
две индустрии будут просто с ума сходить. Наши партнеры в Южной Африке будут просто кричать на мероприятии. Больше я вам ничего не могу сказать, даже если вы мне пистолетом будете угрожать. Но вы будете видеть, что люди бьют рекорды по выплатам, люди бьют рекорды по количеству партнеров. И уже к этому Рождеству и к следующему году, к Рождеству, вот эту мы запись сохраним. Вы придите сюда и посмотрите, что произойдет. Можете сравнить. Сейчас у нас уже набралась критическая масса. С этой критической массой мы ускоряемся. Чем больше людей, тем быстрее компания развивается. И как Джордж сказал, рассказывайте всем, и друзьям, и врагам. И у нас возможность есть людям помочь. Если вы видите, что ваши люди плохо зарабатывают в других компаниях, например, или в каком-то своем бизнесе, вы можете им помочь, дав информацию о CrowdOne и пригласив их сюда. И один из идущих к нам продуктов – это Mixer, и он уже прошел все тесты, и он работает очень хорошо. Нам говорили, что он его запустит в августе, но мы думаем, что он запустится уже в июле, 4 июля. Давайте посмотрим на Mixer. Это рынок игр в 2019 году, мобильных игр. И этот рынок растет очень быстро, а особенно в Азии он растет. Растет вертикально прям. И один из продуктов, откуда вы берете резидуальный доход и разделение прибыли, это игры. Mixer – это посредник. Это я просто не могу спать от той информации, которую я знаю. И вот эта модель, она удивительная. Вот сегодня утром я ходил в гости к своему сыну, как говорится, крестнику, и он по компьютеру смотрит вот этого мужчину, у него канал, и вот это он и двое детей. Посмотрите, у него 124 миллиона просмотров, и вот этот мой крестный сын, он смотрел вот этого мужчину со своими детьми, это их бизнес. У него канал, на котором он играет в игры и показывает, как они эти игры проходят. И посмотрите, сколько. У него миллиарды просмотров на его канале. Он зарабатывает очень хорошие деньги на этом. Это их семейный бизнес. У его и его двоих детей. Он просто играет в игры и размещает их на YouTube. И сотни миллионов людей пытаются проходить следующие уровни и смотрят этот канал. И у этого мужчины есть Феррари. Он очень хорошо зарабатывает, это бизнес для него. Просто я к чему это говорю, что вот это поколение, оно совсем другое, да? Оно к играм относится по-другому, да? Игры теперь это способ зарабатывания денег. Но производители игр, видите, их продажи уменьшаются, денег они получают меньше. И деньги они тратят очень большие на рекламу, расходы на рекламу возрастают. Они создают игры и вкладывают миллионы для того, чтобы рекламировать себя. И куда эти деньги идут? Они идут на Google Ads, да, на рекламу в интернете.
А с нашей моделью 40-40-20 мы даем другую бизнес-модель. 20 тысяч приложений запускается каждый день. Но какой у них рейтинг успеха? Сколько людей они оставляют у себя? Но у них, у этих компаний нету модели разделения прибыли. У них нету партнеров долгосрочных. А вот эта модель... У этих компаний нету модели разделения прибыли. И мы приносим свою вот эту модель 20-40-40 не только в игровую индустрию, но и в разные индустрии. Это вообще модель, уникальная модель CrowdOne. А в Mixtery будут тысячи игр за маленькую оплату. Если вы посмотрите на приложения, которые бесплатно загружаются, некоторые из них успешные. Люди начинают играть с ними бесплатно. А потом, когда начинают играть, после начала уже они просят деньги с людей. Вот эти все компании, у них нету ни разделения прибыли, нет ни партнерских программ. Они вот сколько зарабатывают только на играх. Это их прибыль с игр. А некоторые приложения становятся популярными, успешными. Вот так TikTok теперь оценивается в сотни миллиардов долларов стоимости. Она стоит 100 миллиардов долларов сегодня, TikTok. Так что, видите, ее не было еще в 2017 году, а потом в 2018 году и 2019 она уже стала стоить миллиарды долларов. Так что никто не может знать, сколько наша компания будет стоить через год, через два. Так что у нас есть все шансы. Надеюсь, что вы записали важную информацию. И не верьте мне на слово, изучайте сами информацию. Наши основатели заботятся о репутации нашей компании. Они работают над продуктом, помогают вам. Так, сейчас у нас еще есть свидетельство. Анджело. Мы хотим вам показать... Как люди уже зарабатывают только с помощью двух продуктов. И это как бы сторона только партнерская. А теперь у нас добавляются продукты, и у нас еще больше будет прибыли у наших людей. Я просто в восторге от того, что будет у нас в следующие 3 месяца. Если вы не выпрыгиваете из своих стульев, даже не знаю. И я просто вообще без ума от этих новостей. У нас Лестер есть, у него история удивительная. И мы вот сейчас разговаривали о том, что в будущем у нас будут большие перспективы. Привет, меня зовут Лестер, я из Южноафриканской Республики. Я присоединился в эту платформу в апреле, и мне рассказал о ней мой брат. Я как-то потерял деньги в скэме, я как-то боялся, я не хотел. Но мне рассказали все о компании, и буквально через 2 дня я стал тим-лидер «Одна звезда», теперь через 2 месяца я уже стал
тим-лидер 3 звезды, скоро уже координатор стану. Спасибо тем, кто мне рассказали о CrowdOne. Если вы слушали свидетельство от Энджела и его партнеров, эта компания помогает людям полностью изменять жизнь с помощью денег. Потому что люди начинают верить в себя, верить в свои силы, верить в то, что невозможное возможно. Им не нужен больше наемные какие-то вакансии, они не ищут, они сами себе становятся своими боссами и работают на себя и зарабатывают очень хорошие деньги. Спасибо вам, ребята, за ваше вдохновение, за ваши свидетельства, то, что вы рассказываете, за ваши истории. Это то, что ведет меня, мне помогает, мотивирует меня. Спасибо вам. Спасибо. Ну, он ему сказал, что это за футболка у тебя, у него там о поддержке чернокожих людей, видимо. И в то время, когда весь мир стоял во время коронавируса, мы строили очень-очень большие команды, и у нас прям рекорды были. Посмотрите, что сегодня уже, как ваша жизнь меняется уже сегодня. Зачем нам ждать будущего? Зачем ждать нам будущего, если вы можете делать что-то о своей жизни, изменить свою жизнь уже сегодня. Уже сегодня люди меняются полностью. Нужно просто в голове в своей изменить свой разум. Вы должны поверить в то, что вы можете стать таким, каким вы хотите. Вы можете сами сказать себе, каким вы будете. Это ваш выбор. Вам не надо ждать, когда вам скажут, ты будешь такой или такой. Вы можете сами принять решение и стать таким, каким вы хотите быть. Нужно не только думать, но и делать. Да? Ваши мысли должны превращаться в ваши действия. Спасибо. Мне так понравилось, что ты сказал в другом вебинаре. Вы не можете быть и бедным, и скептическим в одно и то же время. Это приведет к летальному исходу. Теперь мы переключаемся в Голландию. Сам я сейчас в Зальцбурге, в Австрии. А Эдди у нас в Голландии. Какой удивительный день! Это то, что мы называем суперсубботой. Я так счастлив здесь быть с вами, здесь всеми. И удивительно, какой у нас классный вебинар сегодня. Знаете, вот это кино «Охотники за привидениями». И я вот себя чувствую таким. Я иду весь вооруженный информацией для того, чтобы ловлю амбассадоров. Так, вот я хочу показать вам свои слайды. Быстро по картинкам пройдусь. Это вот было в прошлом году в круизе. Так было классно быть с топ-лидерами нашей компании. Мистер Смайл, мистер Анил, мистер Джордж, лидер из Нидерландов. Это классно быть в этой компании. За свои 27 лет в сетевом бизнесе я никогда не был в оплачиваемом отпуске
от компании. Это было мое первое путешествие в карьере сетевого бизнеса. Такое классное время мы провели, качественное время с лидерами компании, с топ-лидерами. Мы отдыхаем, наслаждаемся отдыхом. Все, что вам нужно делать, это не продавать. Вам не нужно продавать. Мы те, кто дает знания. Мы не продавцы. Нам не нужно убеждать людей. Мы говорим, что любители, они убеждают, а профессионалы сортируют людей. Вам нужно быть просто регулярно выполнять определенные действия. И также вы можете быть успешными с нами, вот оказаться в этом путешествии. Вот это у нас замечательный селфи. Это вот мы кушали улиток на какой-то там горе. И мы считаем, что мы семья. Мы семья. Мы здесь, чтобы вам помочь. CrowdOne вам помогает, и мы, лидеры, вам помогаем. Я директор Три звезды, я скоро стану президентом. У меня моя цель в CrowdOne стать амбассадором до конца этого года. И смотрите, где бы мы ни были, мы всегда разговариваем с людьми. Где бы я ни был, я всегда разговариваю с людьми о CrowdOne. Хоть в такси, хоть где. Это маленькая аудитория, где-то 70 человек. Это вот когда я ездил в Юго-Восточную Азию. Вот сколько людей. Они хотят лучшего будущего. Мы зарабатываем большие деньги, но гораздо лучше, нам приятнее видеть, что люди, у которых были проблемы с деньгами, они получают деньги и получают новую жизнь с помощью CrowdOne. Удивительное время с замечательными людьми. Это вот мы были в Филиппинах. Мистер Смайл здесь всегда улыбается, капитан. Он у нас везде капитан. У меня сейчас садится батарейка, сейчас я быстро включу компьютер. Так, ну все. Я на связи. Это удивительные возможности CrowdOne, которые он мне дал. В прошлом году мы подарили машину своей дочке. Это все сделано за деньги CrowdOne. Мы поменяли, полностью сделали новый ремонт, наняли дизайнеров. Это все с помощью CrowdOne. Мы любим эту компанию. И потом мы начали праздновать наш успех. Это на Филиппинах с мистером Рензом. Мы пьем коктейль «Белая сангрия». Это наш ритуал. У меня классная большая команда в Филиппинах. И вот мы здесь сидели в этом баре и разговаривали о планах, о странах, которые мы присоединяем.
Вы знали, ребят, что мы новую страну добавили? Какой-то у нас человек зарегистрировался из Тёркс и Кайкос Айлендс. Вы слышали об этой стране? Нет, я не знаю. Это на Земле находится? Да, мы, конечно, до галактики тоже дойдем, но эта страна на Земле находится. Она находится между Кубой и Доминиканской Республикой. Это маленький остров. Так что, видите, мы везде, везде наша компания. Так, давайте двигаться дальше, потому что мы все хотим говорить, мы хотим все рассказывать. И у нас есть здесь человек из Нидерландов. У нас мисс Джойс есть из Нидерландов. Да, привет, Эдди. Джойс, расскажи нам о себе. Как ты нашла Crowd One? Crowd One удивительная компания. Я присоединилась в июле 2019 года. Вы знаете, ну, некоторые меня знают из Facebook-группы Crowd One из Южноафриканской Республики. Когда я начала Crowd One, я не знала, что это за компания. Я думала, что я присоединюсь, чтобы у меня были, чтобы были акции, чтобы я их потом могла продать. Но сейчас пока мы не можем продавать наши акции. По крайней мере, сейчас. Ой, я так нервничаю. Решила выйти из своей зоны комфорта. Итак, я начала изучать бэк-офис и стала сходить на вебинары, слушала Эдди, Рензо. И потом я стала думать, ну да, возможно, эта компания удивительная. Удивительная. Теперь я строю свою команду. И вот с первой своей выплаты я себе купила замечательные тапочки, и я вот их ношу и все время думаю о компании. Спасибо. Спасибо, мы встречались в прошлом году лично. Crowd One делает стольких людей счастливыми. Мы очень счастливы, что мы здесь, в этой компании. Она работает и в Южноафриканской Республике, и в Южной Америке, и в Нидерландах, и в Испании. Во всех сторонах света она работает, и она удивительная. И у нас еще есть один человек из Нидерландов. И у него есть история. Этот человек был бездомным, и как-то мы встретились онлайн, и потом мы встретились вживую. Посмотрим, Патрик здесь у нас? А, да, вот я. Патрик был бездомным. Посмотрите на него. Теперь он менеджер 2 звезды, кажется. Он очень быстро растет. Расскажи нам. Да, я бы хотела рассказать о себе. И я был бездомным. Я жил в убежище для людей, которые не имеют дома, и я в интернете искал способы для заработка. И хотел, чтобы кто-то меня научил, и мне Эдди написал.
И он сказал, я суперзвезда маркетинга, и я могу тебе помочь. И он мне рассказал о CrowdOne и о лидерах. И мне очень все понравилось. И я пришел на встречу. И потом меня пригласили, Эдди пригласил меня к себе домой и все рассказал и показал всю систему, как надо работать. Вначале мне было сложно, я все хотел по-своему делать, не хотел слушать то, что мне говорили. И вначале ко мне присоединилось пара людей, но потом у меня остановилось все процессы, и потом я стал разговаривать с сэром Эдди и Фредом, чтобы они меня научили, и они мне показали, что делать. И что я рекомендую людям, это слушать своих менторов. Не делайте это своим способом, работайте как команда. Я тоже своим людям помогаю. У нас есть семья CrowdOne. И мы делаем великую вещь. У меня сотни людей, и у меня есть люди в 35 разных странах. И я расту каждый день. И мне немножко осталось до менеджера 3 звезды. Удивительно, как ты вырос за последний год. Из ничего ты стал кем-то. Но ты путешествуешь и развиваешься постоянно. Расскажи о своих целях на этот год. У меня есть друг из Нигерии. И я познакомился с несколькими, с командой людей в Нигерии, и они строят дома из пластика. И мы хотим вот сделать проект строительства домов в странах третьего мира, в Африке. Наши лидеры, они готовы деньги вкладывать в свое сообщество, хотят помогать другим людям. И я вот, например, тоже своих друзей, с которыми я познакомился в убежище, тоже им рассказываю CrowdOne, помогаю им, хочу, чтобы они тоже зарабатывали, меняли жизнь. Да, CrowdOne действительно меняет жизнь, и это все, что мы видим каждый день, новые судьбы у людей. Спасибо, я рад поделиться своей историей. Спасибо, может быть, я кого-то вдохновлю. Это вот что CrowdOne делает для нас. CrowdOne помогает нам, а мы помогаем другим людям. Видите, какой проект? Сегодня Патрик рассказал нам об этом проекте еще, в котором они помогают людям бездомным в Африке. Так что CrowdOne дает дар новой жизни, что вы можете поменять полностью свою жизнь. Конечно, у нас у всех есть свои мечты, свои планы. И что нам нужно? Нам нужны деньги, чтобы воплощать их. И смотрите, какой у нас звук есть. Это у меня рингтон такой. Это такой рингтон, который помогает нам менять жизни людей. Да, замечательный звонок. Классное время, CrowdOne. Да, это замечательно, что у нас смартфоны превращены в банкоматы. У нас деньги идут через смартфон. Когда...
Когда люди говорят, ну, когда Патрик сказал, что он бездомный, я подумал, что мы все здесь в Краудван бездомные, потому что с Краудван нам не нужен один дом. Мы можем путешествовать по миру, и у нас везде есть дом. В общем, ваш успех зависит от вашего разума. То, что вы поставите себе в голове, то у вас и будет. Это возможность всей вашей жизни, можно сказать, пришло. Потому что очень часто такое бывает, что для того, чтобы быть успешным в одном, нужно испытать какой-то неуспех, падение в другом. Да, вот как ребенок, прежде чем научиться ходить, он падает, падает, падает. И так же и вы. Но вот Краудван, поверьте, что это действительно та возможность, которая наконец-то вам после ваших неуспешных попыток стать миллионерами, она вам поможет выйти на совершенно другой уровень жизни. But don't miss this one. The reason why we recommend people to be motivated is because motivation doesn't last. Just like bathing, it doesn't last. Вот мотивация, она тоже, мотивировать себя нужно тоже каждый день. Это как чистка зубов. Потому что если вы себя не мотивируете, мотивация постепенно проходит. Поэтому нужно самим себя мотивировать. Ничто не невозможно, если вы верите в это. То есть, если вы верите, все возможно для вас. Будьте провидцем, видьте себя в новом месте, в новой жизни, и все у вас получится, все будет возможным. Friends and frenemies will be part of your life. All right, Rance, you close it up, my friend. Thank you so much, Angelo, Eddie, Mr. Smile. Спасибо всем. Yeah, you know, I got only one thing to say, guys. Еще что я хотел сказать. Изучайте, пожалуйста, нашу компанию и представляйте ее так, как ее придумали. Не нужно ничего преувеличивать. Не нужно говорить неправду. Спасибо вам. По этой же ссылке мы будем в понедельник здесь, в этом зуме. Работайте. Работайте так, как будто бы вам не хватает кислорода до 4 июля. И вы увидите замечательные продукты 4 июля. И они покажут действительно силу этой модели 40-40-20. Все. Хорошего вам отдыха. Пока-пока.